Всем звали на уши. Представляете, шо у меня осенний масура приход. Бам-бам-бам. Сижу я, значит, никого не трогаю. Вон, видите, собственно, намазюкалась суб... Так, фокус здесь. Субастусом. Собиралась я снимать видосик с манякурчиком. Вот. А тут бом-телебом. Масура пришла за 4 дня. Не, вам это в голову вообще вмещается. Причем пришло через какой-то новый сортировочный центр. Марушкина, что ли. Ну, мне просто ни разу через него не приходило. Блин, 4 дня. Жесть. Так, сейчас, погодите-ка, сейчас я везде тут влезу. Как раз тут цвет лака, с которым я планировала делать вот маникюрчик. Но я хотела с другой масурой, с Туамоту, делать. Тоже голубенький. Но тот голубенький, который тут, мне подходит больше. А-а-а! Смотрите, как мы давно с вами не щупали мягенькие жопки. Это даже укусанное. Смотрите, как кто-то укусил нашу мягенькую жопку. Сиреневая. Розовая. Голубенькая. Тоже, глянь, покусана жопа. Господи Иисусе. Зеленая. Оранжевая. Тю, прям мега розовая какая-то. Так, новых цветов не появилось. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Но было бы интересно полицезреть. Например, на желтый, да, вот оранжевый есть. А желтого нет. Так. Давайте жопы по местам. Бам-бам-бам. Ой. Ой. Жопы по всей хате прыгают. Какой-то танец жоп. Ай, девчи. Радость-то какая радость. Ну, вы же знаете, да, что я не сильный фанат лаков. Но вот масура, еще когда я ее покупала, ох, вижу новый выпуск масуры, все, парализация мозгов идет. В принципе, у меня мозги и так не идеально работают, как говорится, вольты в разбежку. Но вот с масурой сразу начинает что-то работать. Ой, смотрите, какая красотища. Кто там у нас под музыку солнца? Ай-яй-яй. Так-с. Это у нас кто? Ла-ла-лак. Во! Это прошлых 3 штучки было никаких, но и карибские каникулы. Но я что-то в прошлый раз не взяла, потому что вы же знаете, что я, ну, пустые такие не люблю. Мне нравится, чтобы с начинкой было. Но, с другой стороны, ими же прикольно там градиент, например, крутить. Ну, как сказать, как основной этот самый пласт цветов. Я так подумала, хоть черта у меня нету. Так, это у нас бегущая с ветром. Это вот из новеньких. Да, в принципе, у меня из стареньких, только ла-ла-ла. Так-с. Тут интересно с маджентой посмотреть. Это где она тут у меня? Погодите, погодите. Ой, спасибо большое масуре за такие эмоции сумасшедшие. Вот на масуру у меня всегда стоит. Прости, Господи. Не знаю, столько лаков, которые выпускаются. Но у меня нету просто такого, что о, купить, купить. Вот на масуру всегда так было. Купить, купить там. Ну, не знаю, вообще не могу даже привести в пример никакой лак, чтобы меня прям аж колотило. Блин, какой цвет. Очуметь. Так, и тут у нас 3. Это новенькие эти, как их звать, Магнетио, цветущая роза. Так, северное сияние. Опс. И ночная Москва. Как там? Ой, а как там песня? Ты посмотри, я не помню, не писала. Так, погодите.
Так, девчи, я все расставила, взяла ромашечку. Также еще я вот нашла магнитик, кстати, среди мягеньких жопок. Давайте с вами его. Ой, что, он, видать, этот самый опасный товарищ. Можно его и трахнуть случайно. А, он такой масенький. Хе-хе, милашка. Сейчас, короче, все с вами потестим. Так, фокус сейчас есть. Ой, тяжеленький. Ну да, давай его и трахнем сразу, прости, господи. Так, сейчас, одну секундочку. А какими он, интересно, сторонами работает? Только этой? А вот этой? А ну, давайте-ка посмотрим. А, и этой работает. Как интересно. Гляньте, он, кстати, агрессивный. У них вообще такие магниты агрессивные, я должна заметить. Что вот тот вот, ну, прошлый, который... Сейчас я его принесу. Думаю, что вы не помните. Тю, прям так классно лазит. Я надеюсь, что-то вам видно хоть. А ну-ка, сейчас, погодите. Сейчас повыше влезу к вам. Под телевизор прям. Башкой телевизор не сбей. Прикол, он дает какие-то волны, не волны. А этот как-то как с двух сторон что-то дает. Ничего тут никуда не открывается. То есть покручу башку, ему сверчу. Так, погодите. Так, приперла вот магнитик старенький. Ну, он тоже и лак этот прямо малохолит. А ну-ка. Давай-ка. Смотрите. Ну, мне что-то кажется, что у вас не так как-то блики. А ну, давайте-ка я посложнее возьму. Тут он просто с двумя цветами. Да мне просто непонятно, как вам лучше показать. Так. Чтоб вам было все видать. Так, ладно, давайте, раз уж я хакнулась. О, господи, примагнитились. Я уже забыла, как оно работает. Блин. Так. Начнем, да, собственно, с лаков этих. Подождите, я забыла. У меня же есть специально для магнитных лаков вот такой зеркальный блеск от Евы, чтобы прихватывать сразу блик. Так, ну полезли. Золотенький. Нет, давайте... А, ладно, опс, аккуратно. Как, вам, наверное, лучше под телевизором лаком навонять? А то я могу везде тут вам нашуровать. О! Так. Стопы. Такс. А-а-а, обождите, голубушки. Ой, я забыла. Обождите. Там мне надо обождать, а не вам, прости господи. А, как классно пахнут обычные лаки, не понимаю. Их же надо на черную основу, что я хуроверчу. Ой, еще раз погодите. Так, девчи, намазюкала я, значит, массурой. Базой обсидиан. Куда вам тыкать-то? А, заканчивается уже мой маленький. Самый популярный цвет по итогу. Также пока у нас высыхают 4 черные типсочки, давайте вымажем с вами этих товарищей. Так, полосит. Но это, конечно, проблема всех лаков таких пастельно без заморочек всяких. Фиолетовая волна называется. Так, это у нас лалалак. Название такое. Да, дайте мне лалалак. Розовый. Тоже приполашивает немножко. Этот у нас кто? Под музыку солнца. Сейчас мазнем.
Красотища. Люблю такие лаки. Шо прямо ух. Ма. Лето не зима. Да давай, ну. Чё там. Так, салатный тоже класс. Просто бам-бам-бам. А он там как называется? Зеленая мамба. Так, а это у нас комино. Так. Цвет приятненький прям. Прелесть. Очень прелесть. Так, это бегущая с ветром. Ничего, ничего, мы сейчас с вами еще. Так, что это тут за сор? С меня что ли уже сыпется? А, нет, не пачкай мой субастус. Демонище. Все в порядке. Испачкали только ногу. Фу, эту руку, господи. Продолжаем разговорчик. Так. Ой. Видать вам что? Ну, тут вот соседний поплотней. И лалалак поплотней, кстати. Ну, мне так кажется. Так. Все, черные, наверное, подсохли. Давайте мазнем. Значит, тут у нас цветущая роза. Я вам сейчас буду в телевизор ткать. Это, кстати, этот весенний крокус, да, еще такое любовь. Тоже массура, если кто чего забыл и перепутал. О, во куда надо мазать. Да, кстати, желательно побыстрее. А, я не тем концом, не тем концом. Блин, интересно, надо, конечно, понять, как этот магнит там работает. С какой стороны его надо прикладывать. Я вообще хз. Давайте просто для... Опса, ну-ка, не магните, демон. Я просто еще пока пойму, как там им надо орудовать правильно. Так, давайте следующий. Ночная Москва попробуем. Так. В принципе, их можно в один слой даже. С подложечкой, если в один слой вообще норм. Да, и побыстрей. Видите, они быстро схватываются. Тут надо поршнёй-то шевелить. Так, а это у нас северное сияние. Так. Ага, он мне и на сайте больше всех понравился. Красавчик. Вот, видите, сейчас я успела прихватить этого демона. Забыбих за его. Такая тонкая стрелка. Вот я не люблю такие тонкие стрелки. С ними ни пса не видно. Мне нравится, когда растекшаяся. Вот она, кстати, сейчас растечется. Видите, она одна полоска бирюзовая, а одна какая-то сиреневая. Непоймешная. В общем, оно как раз сейчас растечется и будет то, что надо. Так, давайте с вами пока смажем по второму слою. Это у нас фиолетовая волна. Очень классный лак. Такой цвет сочный. Шо пипец. Так, теперь лак. Так. Фу ты, мажет 100 раз на одном месте, уже бы она полосила сама. Да что-то уже навык сбился. Дальше этот
под музыку солнца. Видать, там вам что? Тоже подполашивает демон. Его надо лучше на белую основу, чтобы не муздыхаться, так скажем. Так. Зеленая мамба. Красавчик тоже. Не так, кстати, быстро застывает, как желтенький. Желтенький прямо быстро схватывается, что чухануть не успеваешь. Так, это у нас камина. И бегущая с ветром. Так, щупаем. И будем сейчас опять магниты насиловать. Ну, на типсах, конечно, санит полосит. Надо на руках щупать. Так, а ну-ка, погодите. 5 секс. Так, нет, не ждите. Все, давайте, значит, приступим ко второму слойчику. Немножко, видите, при застывании резиновеют. Но это нормально для таких матовых лаков. Вот этот самый. Тю, я же говорила уже про мадженту, да? Она похожа, кстати, с вот этим. Она такая посочнее, что ли. Поглубже цвет. Этот все-таки же не он. Он не он. Ну, но похоже. Да. Хорошенький цвет, надо заметить. Класс. Так. Кстати, давайте сразу немножко его сравним. Пока я что-то хапанулась я тут за сравняшки. Просто эти самые магнитов точно таких нет. Ибо на кой бэбих повторять цвет магнитных лаков. А вот не магнитные лаки. Ну, неонов не было. Вот это только маджента. И все. Не. Девчи, ничего такого нету. Так что 100%. Мажем. Фу, чуть не намазала. Любов. Оп-оп. Арина, стоп. А ну-ка. Что нам покажет этот маникюс? Видать вам что? Он типа крестик делает. Сейчас еще раз его понасякаем. Может, у нас что выйдет путное. Ну, лак схватывается очень быстро, надо заметить. Тут сильно даже не повоюешь магнитиусом. Поэтому я вам предлагаю мазануть сушку. Она как бы даст нам время пошуроваты, позакрепляты. Ну, хз. Нет, все-таки ничего она нам не дала. Эти лаки, видите, да, все-таки сами быстро высыхают. Это вот прошлые какие-то, какая там серия была, вот эта с жемчугом, чем там, как там. В общем, если надо все-таки переделать немножко блик, сушкой надо помазать. Вот сейчас я еще раз помажу сушкой. И надо по-резкому хвататься за Магнитогорск. И пытаться что-то там прищемить. Но в любом случае, что лак быстро засыхает, что с сушкой он быстро засыхает. Так что тут еще попробую хватиться этот за бэбих. Короче, чтобы не париться, вот классический вариант с магнитом, который вот так поперек.
Чих-пых и все. Так. Первая была там что-то роза. Вианит от мороза. А это Москва. Вот, видите, крестик получается. Сразу вот так прихватываете. Но почему-то плохо, ну, неотчетливо я вижу розовый. Вот он же золотой с розовым. Не, видно, конечно, немножко что-то там розовое в нем, но как-то скуповенький булый. А ну, с другой стороны тоже крестик. А так просто полосочка получается. Так, продолжаем разговорчик. А это у нас северное сияние. Давайте. Оп. Так. Ой, нет, нет, я хотела крестик, крестик. Твою ж там мать уже подхватилась. Я еще и забываю, с какой стороны. Короче, надо там держать, чтобы было то, а не это. Во, крестик, крестик получился. Ну, тут, видите, надо как-то так крутить, чтобы вам показать розовый. Я, если честно, сама не всегда его сейчас вот вижу. А ну, давайте этот самый подождем, может, он расползется. И я хочу вот этот немножко перекрасить. Тут не пса, непонятно. Очень быстро схватывается, просто пипец. Угу. Получили волну в итоге. Хотела крестик. Не, ну волна тоже прикольная. Надо просто наловчиться с этим магнитом. Он вообще оригинальненький. Для разнообразия так прикольно. О! Вот сейчас вижу, у вас тут оранжевый проскакивает. Да. О, а ну-ка, давайте, правда, попробуем тогда. Ой, а какой я сейчас стороной это делала? Давайте вот этот лак хочу вам показать. Может быть, волной мы схватим с вами второй оттенок этого лака. Ой, не-не-не-не-не, нам вот это надо. Чини это. Тьфу ты, господи, Е-Е-Суси. Короче, схватывается у вас зеленый отблеск или нет? Не пойму. Ну, тут вот иногда розовый какой-то такой сиреневатый проскакивает с бирюзовым. А вот тут не вижу, проскакивает у вас зеленый или нет. Вот уж интересно, девки пляшут. Не, ну лаки, конечно, крутые. Смотрится клево. Такая еще расползанка. Мне нравится, что они вот так расползаются. Единственное, конечно, почему-то, как сказать, по всей поверхности вот эти магнитные частички остаются. Но все-таки прикольно, когда оно все более такое скомпилированное, так скажем. Так. Ну что ж, девчи, все на этом. Хапайте массуру, пока дают. Пока еще эта серия есть в наличии. Всем большое спасибо за просмотр. Хорошего дня, отличного настроения и пока-пока.